Aha. Quzu kebabdır bu. Quzu kebabdır, bəli. Aladdin müəllim, düzdür? Ələddin. Ələddin. Ələddin müəllim. Ələddin seri lampası. Aha. Волшебная лампа Аладдина. Да, правильно. Гузу, а это что, люля? Гузу, люля. Там курица, еще будет картофельная люля. Ага. Лянкаранский кебаб. Да. Шикарно. Вот такая вот обстановка. Вы бастырма ильсиз или прямой как есть? Нет, прямой. Это правда, что сиз бир дефе спорлашмысыз ки? Bütün dananı kəsəsiz, kostyumin yadına kaple krovi. Kuzunu kəsmişim. Ha, то есть этот человек как-то поспорил, он надел на себя костюм, рубашку. Вот такой маленький. Да, чтобы на нем не было капли, вы сами понимаете, чего. И он всю вот эту барашку все обработал, да? Костюмом. И ничего не случилось с вами? Да, правильно. Это хазар, да, ба? Сочный. Сочный. Пойдет? Да. Шашлык от Аладдина. Спасибо. Кандра. Вам, наверное, говорили, что я готовлю хорошо, да? Да, говорили, но не думал, что так круто. Курящий на дяты картошки. Это картошка. Да, картофельный. Он сначала варите, да? Пшит. Да, 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 да. И уже вареный делаете, да, люля. Да, да, да. А вы по профессии кто? Врач. Судмедэксперт. Судмедэксперт? Да. Обалдеть. Судмедэксперт. В отставке готовит кебаб. Главный, какой баранин должен быть? Молодой? Ну, молодой. У него возраст надо молодой, да? Вес не... Незначительный. То есть молодой. Олабилер 10 кило olsun, кузу олабилер 25 кило olsun, yaşaz olsun. Тәкін әмиәті yok. Эйке дишін әмиәті yok. А это? Кузу кузу. Джигәрес. 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 А это? О, бу нәді? Это то самое, друзья мои, то, что мы в Ханчанде бросили, но уже свежий вариант. Вы поняли, да, из чего? Самый главный важный, да? Да, да, да. Да, вот так. Джигярис и колокольчики. Вот так. Люля. Картофель. Ага. Картофель. А, вот он. Вот. Шашлык из колокольчика. Куда? Да. Эйла. Габрга. Adını da adın indi var bizdi. Görsen, hepsi olsun.